Столичным управлением МЧС сегодня вручили медаль за отвагу москвичу Николаю Евдокимову. Став свидетелем пожара в жилом доме в районе Новогиреево, он не прошел мимо. Первым бросился на помощь трем маленьким девочкам, которые находились в горящей квартире. Оперативно еще до прибытия пожарных организовал операцию по спасению. Вместе с другими прохожими растянул одеяло, чтобы дети смогли спрыгнуть с балкона на четвертом этаже. Все они остались живы.